Всем привет! Доброе утро! Доброе, дождливое, к сожалению, но все-таки утро! Да, как сказал Андрей Володин, мой соведущий, он сказал, идеальная погода для того, чтобы остаться дома. А моя соведущая Дарья Санеева это озвучила. Поэтому, друзья, если вы сейчас лежите в кровати, то максимально старайтесь проводить время именно там вместе с нами. Это утро на колесах, мы на площади Победы. Ну а если вам бежать на работу, в школу, на учебу, куда угодно, то не забудьте то, что мы держим вот яркое такое тоже свежее и ваше. Зонтики не забудьте, дождит в Калининграде. Да, хочется вспомнить времена, когда мы учились в школе и отменяли уроки, и все не ходили в школу, потому что ураган. Нет никакого урагана на самом деле, но задувает не слабо, я вам скажу. Зато все гуляли во дворе в этот же день, когда в школу не пошли. Приятные были времена. Эх, сегодня, думаю, тоже будет приятное время, потому что впереди наш эфир, призы, подарки, как всегда. И начнем мы с хорошей, интересной новости. Забавная. Да. Лишь треть калининградцев радуется повышению коллег по службе. Представь себе, что половина относится к этому совершенно нейтрально, да? Ну, повысили кого-то и повысили, как бы. Понизили, ну, и I'm sorry. Каждый десятый человек, он приуныл. Если повысили кого-то, расстраивается. А все почему, вот спрашивается? А потому что люди как-то сами, знаешь, хотят, чтобы повысили именно их. То есть они думали, что повысит меня, повысили типа его и ее. Поэтому да, приуныли. И грустно стало. Грустненько им да, стало. Грустно. Но это не наши люди, мне кажется. Это не наши люди. Наши люди радуются. На самом деле, безусловно, мне кажется, радует, когда повышают кого-то. И пусть всех повышают. Пусть вас сегодня повысят. Благодарим нашего партнера жилой комплекс «Янтарная долина» Светлогорской личности Панина Нараэра Размиковича.